Усяго 13 километров от Пинску, и вось яна, сапраўдная палеская Амазония. Уникальная, неповторная и амаль некранутая природа белорусского Полесья. Менавіта гэтыя краявіды, что так уражваюць туристов и вучоных з усяго свету, с гэтага года плануюць зарабіць максимально доступными для кожнага жадаючага. По уласнай ініцыятыве кіраўніка ландшафтных заказников Сярэдняя Прыпяць и Простыр, тут на территории менавіта Пинскага района была створена экологичная тропа, одноименная існуючаму возеру Блудное. Одна из задач – это экологическое воспитание и просвещение детей, молодежи, населения в том числе. Когда люди видят, могут пощупать, потрогать, это воспринимается лучше, качественнее, поэтому это не возникло просто спонтанно. Алина Валасевич кіраўніком мясцовага заказніка стала не так давно и одразу узялася за справу. Масштабный экологичный ликбез вырашыла организовать с допомогой новой экотропы. Специально для школьников, на яких тут робяць основную ставку, маршрут наполнили цікавым зместом. До стандартных информационных стендов додали интерактивные задания. На что мы хотели бы обратить внимание, что бы мы хотели бы сделать, это пирс. Пирс для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов-колясочников, потому что, к сожалению, они не смогут подняться на смотровую вышку, а заехать на пирс они смогут. Таким чином тропу планують зарабіць не толькі добраўпарадкаванай, але і інклюзіўнай. Акрамя стварэння ў будучым арганізаваных месцаў для адпачынку удзельнікаў экскурсій і турыстаў, тут стане магчымым пракат воднага транспарту. Это, конечно, не новая идея, они были и раньше, но мы решили ее немножко возродить в новом формате. И вот создали такую экологическую тропу, которая бы не только развлекала туристов, но и несла познавательный характер. В частности, у нас в дальнейшем есть задумки, чтобы учащиеся учреждения образования приезжали туда. И, проходя эту экологическую тропу, знакомились с красотами нашего Пинского края, больше узнавали о природе. Пінщина сёння прапануе каля 10 гатовых турпрадуктаў. Дарэчы, пэўная дамоўленасць была дасягнута з польскім бокам, але прытоку турыстаў суседняй краіны перашкодзіла пандэмія. Нягледзячы на гэта, новая экатрапа не запатрабавана, не застанецца. Ужо з верасня тут чакаюць пінскіх школьнікаў і навучэнцаў. Таццяна Будгусім, Дзяна Мішчук, Александр Дзяченка, Тэлерадыёкампанія Брэст.